Всем привет, это видеоверсия сайта военноедело.com. Гиперзвуковое оружие сделало бессмысленными траты других стран на сдерживание России. На встрече с рабочей группой по поправкам в Конституцию России президент страны Владимир Путин заявил, что новейшее гиперзвуковое российское оружие сделало бессмысленными военные бюджеты других государств, которые выделяются на сдерживание так называемой российской угрозы. Система противоракетной обороны как раз направлена на то, чтобы обесточить наш ядерный потенциал, сделать его бессмысленным. Но после того, как у нас появилось гиперзвуковое оружие, стали бессмысленны их попытки это сделать и бессмысленными многомиллиардные траты, которые они произвели, цитирует выступление президента ТАСС. Также говоря о грядущих изменениях в Конституции, Владимир Путин выразил сомнение в необходимости закрепления в этом документе ядерного статуса России. Президент отметил, что вопрос не в том, что Россия ядерная держава, а в том, чтобы Россия всегда была на шаг впереди по новейшим системам вооружений. На этом пока все. Еще больше новостей и информации на нашем сайте военноедело.com.